Всем привет! Итак, обзор про Марьяну Наумову. Что я вспомнил про эту забытую уже в спорте девочку? Совершенно случайно, честно. Просто от скуки подписчик мне какой-то скинул фотографию, где она там с косичками, с Зюгановым обнимается. Я говорю, да это старая какая-то фотография, что ты мне скинул? Он вроде, ну вот ты же там пилил, ты же там неравнодушно дышал. И я думаю, а я реально не вспоминал уже столько так прилично давно. Думаю, дай-ка я узнаю, а чего? Я там в черном списке у Наумовой попросил ребят скинуть что-нибудь. Вернее, не скинуть даже. Я просто спросил, она говорит, где там вообще? Куда пропала-то? На соревнованиях ее как дисквалифицировали на Арнольд Классик пару лет назад, так и все. Девочка как бы растворилась, в спорте ее больше нет. Ну, я же так понимаю, я же знаю, что уже все, папа столько лет толкал, инерция это, сила это, как бы, ну, неважно. В общем, что я хотел сказать, мне скинули видос, я посмотрел, так поржал и решил немножко порассуждать на эту тему. Почему я вспомнил еще про Терешина? Потому что я прям вот конкретно увидел Терешина вот в это в женском обличии. Вот посмотрите немножко. Ребята, всем привет! Очень рада выйти в прямой эфир, чтобы с вами пообщаться. Я буквально недавно вернулась из спортзала. Очень устала. Сегодня был трудный день. Я с 10 часов находилась в университете, потому что я сдавала экзамен по арабскому языку. Я очень-очень сильно устала. Я целый день вчера готовилась, если честно. Я очень люблю свой университет, я очень люблю свою группу, вот. Что еще вам хотела сказать? На этой неделе я была на пресс-конференции кандидата в президенты Павла Николаевича Грудинина. Услышала, что будет в ТАССе пресс-конференция Грудинина. Я очень хотела лично познакомиться, послушать вообще, что он говорит, задать ему вопрос. Вот. Ребят, задавайте свои вопросы в комментарии. У меня сейчас есть время на них поотвечать. Вот. Это, конечно, жесть. Я раньше-то в школе не могла сидеть. 6 уроков для меня это была полная жесть. Очень было тяжело. Вот, но в универе из-за хорошей компании, из-за хорошего самого универа, из-за хорошей там атмосферы, все очень круто, мне все нравится. Вот, очень рада, что поступила именно в этот университет, в РГГУ, на факультет международные отношения. А в универе преподаватели умеют давать знания, я надеюсь, что мне будет очень интересно. Вот, что... Если у ребенка, точнее, у его родителей нет денег, он в основном, точнее, он вряд ли, у него будет хорошее будущее, вряд ли он поступит в хороший университет. Поэтому, я думаю, власть должна больше заниматься не безопасностью, конечно, это тоже очень важно, но власть должна заниматься именно молодежью, именно их развитием. Не знаю, какие-нибудь кружки, секции, мероприятия различные и так далее, чтобы дети были заняты этим, а не знаю, ходить там по подъездам, бухать и так далее. Ребят, я не курю, голос у меня такой... Просто такой голос. Все изменилось, я изменила отношение к себе, и я поняла, что это моя изюминка. Господи, как много мудаков, ребят. Откуда вы берёте вообще на моей странице, я не понимаю. На самом деле, да, я бы очень хотела заниматься с молодежью, заниматься, ну, в общем, близко к спорту, близко к молодежи, потому что, к сожалению, занимается тем, на чем можно заработать деньги.
Я не понимаю, Дмитрий, вот ты пишешь, мечтаешь разбогатеть на детях. Я тебе только что объяснила, что для того, чтобы заниматься с детьми и улучшить ситуацию по сравнению с тем, что сейчас творится с молодежью, нужно, наоборот, огромные финансы. Я очень люблю свой университет. Я бы сказала так, недорог подарок, как дорого внимание. И оценивать, сколько бы я готова была подарок, это как бы с учетом того, что если я хочу делать подарок, как бы я повторяюсь, да, я бы сделала его таким, чтобы было человеку приятно. А если человек оценивает, насколько дорог подарок, а не мое внимание, то тогда это не человек не должен понимать подарок расценивать. То есть как внимание, которое там вот дороже моего какого-то дружеского отношения. Ну, в конце, конечно, я немножко стебанулся там чуть-чуть. Ну, реально, прям вот такая вода. Такая, почему Терешин? Потому что вот Терешин себе воду, какую-то там субстанцию вкалывает в бицепсы. А мне кажется, Марьяне с детства вкалывали в голову это все. И она вроде как складно говорит, но такую пустоту, такую воду, вообще ни о чем. Это я включил всю силу воли, вы должны оценить, там 40 минут было вот этот вот какая-то трансляция, я их прям посмотрел и кусками вам нарезал, ну совсем немножко, конечно, там и политика, там и Грудинин, она прям такая, она везде, она переживает, вы видели, как она переживает за школы, вот то, что надо что-то делать, что она как бы сформулировать не может, как вот эта девочка, которая там сейчас вот эту чушь несла, но и вот почему Терешин? Потому что я продолжаю настаивать, что такие как Шпак, такие как Терешин, они разлагают нашу молодежь, они показывают, как можно добиться успеха, ни хера ничего не делая. Кто-то возмутится, конечно, скажет, вы что, это же великая спортсменка, знаменитая. Я вам что хочу сказать, ребята, сейчас вот прошло пару лет, немножко народ отдохнул от этого. От этого инициативного Марьяна Наумова, который папа этот придурковатый, который столько лет нам засирал мозги, еще не знаю, сколько лет, 5 назад, я ему в открытую в интернете писал, мы же общались много раньше, и по-хорошему, и по-плохому, я писал, Саша, тебе же нужен трамплин, ты просто сам неудавшийся политик там выбирался куда-то, теперь хочешь запихнуть дочку. Он и не отказывался. Теперь дочка реально прям прет, она туда прет, неважно какими способами, главное вот залезть, главное мелькать, главное где-то везде в тренде быть. И она будет депутатом, я вас уверяю. Я вас уверяю, это то же самое, это тот же пример нашей молодежи. Не надо ни хера делать. И, кстати, по поводу спорта. Как бы там так красиво все, что-то она там четырехкратная чемпионка мира. И реально, прям вот у нас все же уже ассоциируют ее с великой спортсменкой. Но, ребята, давайте отбросим вот сейчас вот все обиды там какие-то, предвзятые отношения. Девочка ничем не отличается совсем. Она, ну как бы поднимала она много. Она поднимала много для своих 11, 12, 13 лет. Но если учесть, что папа ее химичил в таком маленьком возрасте, а то, что он химичил, как бы уже доказано американской лабораторией, вы сейчас уже можете хоть жопу разорвать, хоть как мне рассказывать, что это она там, наверное, там как Бьерн Далин что-то там брызгала себе. Ну, ее поймали, она дисквалифицированная. И если все это откинуть, посмотрите все эти чемпионаты мира. У меня мой сын был точно такой же 4- или 5-кратный чемпион мира. Один в один. Он еще раньше начал. Арнольд Классик, они вместе с Марьяной выигрывали. Я это к чему говорю? Во-первых, я никогда не считал, что это что-то выдающееся. Просто мне было приятно таскать сына с собой. Я его очень люблю, и он постоянно вот таскался со мной. Я его везде на соревнованиях, он был рядом, и мне было несложно, и мне было приятно. И я не делал из этого ничего, никакого пиара, никуда его не толкал, никуда не пихал. Потихонечку отзанимался, ушел. Ушел в единоборство, все, сейчас пошел в армию служить.
нормальное детство, нормальное. У меня не было желания запихать его куда-то в политику. Но если вы посмотрите в протоколы, что он фуфлыжный чемпион мира, что Марьяна Наумова, потому что ни одного турнира они не выигрывали с какими-то конкурентами. Они всегда были одни. Что Марьяна, что мой сын. Они все... Мне почему еще моему сыну не нравилось вот, заниматься этим спортом? Потому что он начал заниматься лет с 9, по-моему. И никогда у него не было соперников, никогда. А когда с 10 лет, он у меня на чемпионате мира в Англии уже в 10 лет, по-моему, если я не ошибаюсь, выступал в экипировке. И, конечно, в экипировке вообще никогда у него не было соперников. Но всегда были одни, всегда в тинейджерах, поэтому она написана, пишет у себя в резюме, там она четырехкратная там чемпионка мира среди подростков. Не среди подростков, среди самой себя. Она всегда была одна. Никогда у нее не было никаких соперников. Ни одного. Поэтому какая нахрен спортсменка? Это дутая. Это раздутая мыльный пузырь. Просто. Который папа придурковатый, который доставал всех. Вот он пиарил. И до того, что уже подсунул ее куда-то там сейчас в КПРФ. И вот она сейчас... Будет рвать, конечно, папа давал столько лет эти пинки под жопу, конечно, он ее научил. И лить вот это прям реально, я слушаю, реально вот чиновник такой тупой, безмозглый, но который научился складывать. Это знаете, вот это то, что я вам показал в конце, стебанул, это называется, в психиатрии называется шизофазия. Это когда человек вроде бы говорит что-то складное, но при этом абсолютно все бессмысленное. Пустые слова, абсолютно, понять ничего невозможно. Вот, поэтому, и почему я опять провел аналогию с Терешиным, да, вот это вот такая тенденция нехорошая, вот нужно делать так, нужно поступать так, не нужно усираться, не нужно добиваться чего-то, просто вот мелькайте, что-то делайте, вот, ну, конечно, не у всех были такие придурковатые папы, поэтому у нас и многие спортсмены, действительно достойные реальные спортсмены, просто заканчивают карьеру и уходят. А вот кто-то вот ставит перед собой цель и упихнуть, и утолкать, и залезет она реально, и будет болтаться там, как это пустопорожняя какая-нибудь Хоркина или еще кто-нибудь, и залезет она в эту Госдуму, и вот будет польза от нее ровно такая же, как от всех вот этих вот у нас умниц от спорта. Ну, может, наверное, вот и все, наверное. Все, что я хотел сказать. Давненько я не вспоминал. Ну, думаю, чего бы не это. Причем, как бы девочка продолжает рассказывать. Да-да, я вот сейчас занимаюсь, я продолжаю. Сейчас я приду и всех порву. Кого ты нахер порвешь? Все, ты уже там. Ты уже, бедный, отсчитываешь, как бы там быстрее, чтобы Зюганов не помер до того, как тебе 21 год исполнится. Или во сколько там можно в Госдуму залезть. Ладно, все. Всем пока. Это была Полея Реформа.